Я помню, нас однажды в школе стали сильно напрягать про Ломоносова, какого-то, чего-то писать. Но я подъехала к Папану, мол, колись, кто такой? И почему его не знаю, если он был крутой? Маман на кресло упала, без сознания и сил. Ну, а он такое от возмущения глазище раскрыл. Про Ломоносова не слышать, катастрофа, позор. Ну и т.д. Короче, полный воспитательный набор. Вообще. Это их там сленг. Тот вечер этот Ломоносов всю семью заколебал. С маман три раза было плохо, а папан бушевал. В конце такую информацию он выдал о нем, что мы в осадок обе выпали с мамани вдвоем. «Да чего стоит лишь таблица Менделеева его!» — сказал наш папа. А нам с мамой стало страшно за него. Он даже сам испугался, когда понял, что сказал. Короче, этот Ломоносов моих предков достал. Я очень быстро поняла, что Миха точно был крутой. Иначе, чё бы так завёлся мой папаня родной? Папан вообще родитель строгий, вёл за мною контроль. Училась в школе я неплохо, правда, знаний было ноль. Он в дневнике однажды видит по истории 2. Какая тема? Крестоносцы? Так, присядь-ка сюда. Ну, кто они вообще такие? Немцы, я говорю. А кто у них был предводитель? Я такая молчу. После ночной дискотеки мне, ну, как бы поспать. И надо все это папану, что ему отвечать? Вообще. Он так старается, бедный, этих немцев мою башку пустую засунуть. Ихний вождь, говорю, ну, как бы Гитлер в натуре. Папа чуть не упал. Похоже, было и он соображать перестал. Он только крякнул досадно. Так, последний вопрос. Скажи девиз крестоносцев. Во, устроил допрос. Откуда знать мне в натуре их поганую жизнь? И я ответила: Ленин жил-живет, будет жить вообще.